Город Советск Калининградской области. На швейной фабрике, выпускающей женские и детские пальто и плащи, раз в месяц проводится интересный эксперимент, так называемая хозяйственно-деловая игра. В этот день все руководящие посты от сменного мастера до директора занимают дублеры, молодые специалисты. Надежда Павловна Солодкова уступает на сегодня директорское место начальнику первого швейного цеха Татьяне Деду. Дублерам предстоит самостоятельно решать все производственные вопросы. Начальник швейного цеха сегодня Наташа Изюмская, недавно окончившая Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности. Лайма Пакинайте, выпускница Вильнюсского техникума легкой промышленности, умело ведет дела мастера участка. Такие деловые хозяйственные игры служат хорошей школой воспитания руководящих кадров. В этот день под руководством молодых специалистов было выпущено сверхпланом 550 швейных изделий.